В региональном парламенте прошло очередное заседание. Депутаты рассмотрели 18 вопросов. В их числе и программа управления государственной собственностью, и прогнозный план приватизации государственного имущества региона. Обсудили индексацию зарплат граждан и план работы парламента на следующий год. В рамках нашей деятельности в январе-феврале месяце предлагаю предложить Минфину вместе с профильным комитетом, с депутатами законодательного собрания вернуться к этому вопросу и рассмотреть все-таки возможность индексации зарплат указанной категории, которые рассматриваются в этом вопросе. Ряд местных законов привели в соответствие с федеральным законодательством. Также приняли новый региональный закон, предусматривающий предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг для отдельных категорий граждан. В перечень входят одиноко проживающие неработающие пенсионеры и дети-сироты. Данные меры социальной поддержки ранее были закреплены региональным законом, действовавшим с 2011 года. Разработка нового законодательного акта потребовалась в связи с изменениями федерального законодательства. Виктория Чиркова, Сергей Кудаков. Управда ТВ.